Після зимової паузи українські боксери знову виходять на професійний ринг. Новий сезон вечорів професійного боксу стартував в Одесі. Перший турнір, організований промоторською компанією Top Boxing Generation за підтримки Федерації боксу Одеської області, пройшов в боксерському клубі «Брати». Мы начинаем вечера профессионального бокса, и очень приятно, что эти вечера начинаются в Украине именно с нашего города-героя Одессы. Сегодня этот вечер проходит в клубе «Братья». Буквально, когда сейчас будет уже позволять погода, я думаю, что весной, летом все эти мероприятия, как и год назад, будут проходить в стенах Национального университета Одесской юридической академии. И это очень хорошо. Почему? Потому что именно Федерация бокса Одесской области, она, знаете, выступает таким локомотивом, который сегодня развивает и любительский бокс. И сегодня мы являемся одной из лучших федераций в Украине. Но и мы взяли под себя такое направление, как профессиональный бокс. Популяризація боксу в регіоні є одним із головних завдань Федерації боксу Одеської області, яка взяла на себе цілий ряд організаційних моментів у проведенні вечора професійного боксу. Конечно же, пандемия ударила по всем отраслям развития спорта, не только бокса. Но, тем не менее, у нас большая команда профессионалов с промоутерской компанией TBG. Мы сотрудничаем уже на протяжении года, успешно провели уже ряд боев. И хочу сказать, что совместными усилиями, я думаю, что мы сможем воспитать профессионалов европейского уровня. И я надеюсь, в ближайшем будущем мы увидим даже мировых звезд с города Одессы. Сегодня здесь будет проводиться 8 профессиональных поединков, в которых будут принимать участие спортсмены с города Одессы. Здесь будет сегодня драться одна из самых титулованных спортсменок нашего города. Это Елена Медведенко, это профессионал, которая уже провела более 8 поединков на профессиональном ринге. Несмотря на локдаун, мы в этом году провели открытые тренировки, мы провели много открытых рингов, мы провели турнир памяти Литвака Бориса Давыдовича, провели чемпионаты области по возрастам. Наши воспитанники на чемпионатах Европы по юниорам и молодежи заняли первые, вторые, третьи места. То есть в целом федерация работает слаженно, благодаря нашему президенту Халиду Мусаеву Абдулахидовичу. При его поддержке у нас очень слаженная, хорошая команда. Всього в рамках вечора професійного боксу відбулося 9 поєдинків. На ринг виходили як досвідчені боксери, так і новачки. Географія учасників охопила не лише Одесу, але й інші регіони України. Ми взагалі готуємося без відпочинків кожен день на тренування. І там такої, що підготовки, там 3 місяці там до бою, то у нас постійно в режимі. Для більшості учасників турніру виступ на професійному ринзі став дебютом. Разом з тим глядачі могли побачити і бої професіоналів – Олени Медведенка, Януша Муратова, Віктора Литвака. Всього ж за вечір виступили 9 пар. Настрой, как всегда, отличный. Готовились с тренером около 3 недель. А подготовка была не сильно легкой и не сильно тяжелой. То есть, как всегда, все было отлично, никаких происшествий у нас не было. Тренировки были 2-3 раза в день. По поводу питания мы то также советовали с тренером, делали вес. Мы его и успешно и сделали. Всього протягом року промоутерська компанія Top Boxing Generation планує провести в Україні близько 5-6 заходів з професійного боксу. Наша компания существует уже больше года, нам 8 февраля был 1 год. В Одессе это наш 3-й ивент за последние 9 месяцев. То есть мы планируем в этом году провести вот сегодня турнир. Хорошее начало, хорошие бои. Видно, у ребят есть и техника, и характер, большое сердце. И также планируем еще провести порядка 5-6 турниров дополнительно в этом году по профессиональному боксу. Одеський регіон сьогодні є одним з лідерів у розвитку професійного спорту в Україні. За кількістю медалей вже протягом 3 олімпійських циклів Одеса ділить 1 і 2 місце з Києвом. Сегодня мы подошли к тому, что бокс вот, в олимпийском плане, как олимпийский вид спорта, имеет традиции в городе, имеет историю, имеет олимпийского чемпиона Василия Ломаченко, имеет призеров, чемпионов мира, Европы. Сегодня в теплой дружеской атмосфере боксерского клуба «Братья» мы вот, все имеем честь присутствовать, видим эмоции, они непередаваемые по телевизору. Ну, не, пусть там уровень, это будет другой бокс, это будут топы, это будут там какие-то лидеры, чемпионские пояса, но тех эмоций, которые вживую, находясь у зрителей в зале, вы никогда их не ощутите.
Своїх спортсменів на вечері професійного боксу представив і новий боксерський клуб «Академія боксу», який був відкритий на базі Національного університету «Одеська юридична академія». Те боксеры, которые ну, где-то не реализовали себя как любители, может быть, не получилась у них такая любительская карьера, они могут себя реализовать как профессионалы, и это альтернативный путь развития для любого спортсмена. Это очень хорошо. В этом, конечно, мы, как федерация и наш университет всячески помогают. И в нашем клубе «Академия бокса», который открыт на базе Национального университета Одесской юридической академии, также есть два направления. Это работа с любителями, но это и целый блок. У нас есть специальные тренера, которые готовят профессионалов. Національний університет Одеська юридична академія бере активну участь в роботі Федерації боксу Одеської області, підтримуючи організацію і проведення різних турнірів. В Національному університеті Одеська юридична академія відкрився новий боксерський клуб «Академія бокса», де ми проводимо тренування як з дорослими, як з любителями, з професіоналами. Також є дитячі групи і, скажімо так, некоммерческий, бюджетный подход, то есть дети с малоимущих семей, которые мы тоже хотим привить к спорту, к боксу. Также я хочу поблагодарить президента Национального университета Одесской юридической академии Сергея Васильевича Кивалова за непосредственный вклад в развитие бокса, потому что не только он содействовал открытию нашего боксерского клуба, но также на территории академии проходили до этого турниры по любительскому боксу и профессиональному. Я знаю, что Сергей Васильевич развивает не только бокс, но и другие виды спорта. Еще раз передаю ему огромное спасибо. Також на цьому тижні Top Boxing Generation проводить ще два вечора професійного боксу. 24 лютого свою майстерність і рівень підготовки українські боксери покажуть в Харкові, а 27 лютого спортсменів буде приймати Чернігів.